Всем привет! Добро пожаловать на канал Схемова и в безумный мир Battlefield 4! Ой-ой, даже перезарядиться не дают. Ты, мужик, там воюй, не волнуйся. Я механик от бога. Чинить профессионально умею. Ты его снесешь там когда-нибудь, нет? Или мне все придется делать самому? Хорошо. Придется вмешаться. Поехали! Спонсор выпуска – игровой магазин Дайгама. Там вы найдете множество крутых игр по низким ценам, а также сможете поучаствовать в разных конкурсах и получить ценные призы. Ссылочка есть в описании. Прежде чем начать покорять небеса, давайте пообщаемся с очень интересными кемпиратами, которые боятся покинуть территорию своей базы и вступить в настоящий бой. Давайте им покажем, насколько суров Battlefield. Молодой человек, можно вопрос? Ну, молодой человек, ну ладно, хотите разговаривать, как хотите. Он еще один, да. Представляете, он даже не заметил, как его друг только что взорвался. Чемпион по кемпериному делу, иди полетай. Пойдем на базу к ним. А теперь мы типа вертолик. А, давай. Притворимся. Замаскируемся. Мин накидаем. Может, по яйца? Не-не-не. Сидим. Полетели там, вон. Мы их ездим просто. Он сейчас появится где-нибудь? Там вот кемпераст приехал опять. Не знаю. Подожди, надо вертолик взорвать. Он стреляет. Нападает, да, хищный кемпераст какой-то. Вообще охренел. Уехать пытается? Ну-ка. Бум! От нас не скроешься! Затаимся, короче, да? Давай. Следующая зарисовка называется «Тройной вдруг откуда не возьмись». А все потому, что мы умеем подъехать незаметно и взорвать молниеносно. Приветствую вас, сударь. Распишитесь, пожалуйста. Эх, мужик, прятался от вертолета, получил в результате по жопе. Бэттер на респе. Это будет очень подло. Но мы же подлецы, да? Нам не страшны. Не знаю, когда. Вон он бежит. Оп! Нежданчик. Друг откуда не возьмись, второй. Снайпер. Ой, простите, кемпер. Товарищ. А нет, вы нам не товарищ. Додумался посреди пустыни лежать. А теперь давайте поднимемся в небеса и поговорим о той самой тактике богов, благодаря которой вертолет-разведчик становится непобедимой машиной убийств и разрушений как для воздуха, так и для земли. И первым примером станет вот этот танк. Удачи вам, трактористы! Итак, для того, чтобы нагибать и троллить весь сервер на вертолете-разведчике, вам потребуется... Два стингераста и один псих со взрывчаткой С4. Также все бойцы должны быть вооружены дробовиками с разрывными патронами, чтобы без труда выносить пехоту. Одного порвал. А, на второго патроны закончились. Заходи на второй. Тогда вот так. Пум-пум-пум. Готов. Отлично. Вертоль. Верт. Да-да-да.
Также боец поддержки должен быть готов в любой момент сменить пилота для применения вторых контрмер и позволить инженерам отчинить свою вертушку или отстингерить вражескую летающую технику. Ну а пока инженеры занимаются своим делом, вы можете расправиться с противником с помощью минигана. Я еще раз пёзну. Давай-давай. Ну все, он мой. Ушатано. Еще один вертель, да? Куад лучше, чем Алтуз. Сейчас зайдем на второй вертель. Куда ты полетел, малыш? Миниганы рулят вообще. Во второй. Опа, опа, танк снизу. Меняемся, меняемся. Давай. И вернувшись обратно на свое место, делаем заход на бронетехнику. А если одного раза было мало, докидываем на него С4-шки на втором заходе. Вот таким способом можно выносить все и вся на любой карте. Вы заставите бомбить всю вражескую команду и получите от этого огромную порцию фана. Дерзайте! Вон, смотри, имперенок на свой пост бежит. Ага. Ну-ка, солдат, упор лежа принять! А теперь из этого положения сальто назад! Ну, почти получилось. Еще один гимнаст. Давай-ка покажи нам полет уставшего шмеля. Бум! Отличный полет. 5 баллов. И еще один спортивный кемпераст у нас на очереди. Давай продемонстрируй нам призрачного гонщика. Оп! Ай да молодец! Эй, танкист, чё как сам? Нормально? Ну отлично. Оп! Да-да-да. Он чинится, смотри. Ох, ты чинишься. Ну, у меня для тебя плохие новости. Оп! Бум. Два есть. Вот третий. Давай его. И раз, и два, и три. Хлоп, блин! Кто его убил? Байкеры забрали. Давай вон того зеленого обработаем. Ну что, малыш? Занька, лови! О, ты смотри, крепкий-то какой! Но от этого ты никуда не уйдешь. Хлоп! С4 рулит. Вот, смотри, побежал.
Это был Battle Схемов номер 15. Это была тактика богов. Разработал эту тактику один из лучших вертолетчиков Battlefield'а, Михаил Рейдж, а мы лишь дополнили ее взрывчаткой C4, чтобы разносить и троллить наземную технику. Ставьте лайки, рассказывайте друзьям о нашем проекте, подписывайтесь на канал и вступайте в группу ВКонтакте. Всем огромного фана, всем безумного эпика, всем спасибо и всем пока! Дай услышать мне твой голос, и я рядом. Позови меня, не бойся, и я рядом. Не сломаю, ты же знаешь, что...